Физкульт, привет! Ищешь знаний? Хочешь стать хорошим, грамотным, профессиональным инструктором, тренером? Тогда тебе к нам. Мы со Стефаном запустили и успешно уже реализуем проект по обучению персональных тренеров. И это не какие-то курсы недельные или даже месячные. Нет, друзья, это полноценное обучение. Вы получите те знания, которые здесь Стефан дает своим ученикам в Кайзер Юниверсити на протяжении почти 5 лет. Просто это не будет растянуто, как это принято в современных университетах, для того, чтобы подольше, побольше выколачивать из людей бабла. А стоит это довольно-таки недешево. Не буду озвучивать, чтобы не пугать вас. Наши курсы довольно-таки простые. Это 3 блока. Каждый блок по 6 месяцев, по полгода. Грубо говоря, вы обучаетесь 1,5 года. После каждого блока вы сдаете экзамен и получаете сертификат международного образца. Не просто какую-то бумажечку, а конкретный сертификат от лаборатории спортивной адаптологии Виктора Николаевича Силуянова. Давайте послушаем отзыв от одного из наших учеников. Если вы хотите стать учеником, то вы должны написать мне в личку, и я вам объясню, как и что вам нужно дальше делать. Дорогие друзья, я получила сертификат о прохождении онлайн-курса «Основы спортивной адаптологии. Уровень 1». Сертификат нам выдала лаборатория спортивной адаптологии Виктора Николаевича Силуянова. А теперь о педагогах. Курс проводился у нас онлайн. Наши педагоги. Егор Рубанович, тренер с многолетним стажем, автор книг по бодибилдингу для мужчин, книга «Фак фитнес», для женщин «Крепкий орешек». Их вы можете найти у Егора на страничке и заказать. Автор канала «Heavy Metal Gym». Вот, хочу вам его тоже показать. Вот этот канал. Здесь видео. Уроки есть, и различная информация полезная. Можете найти в Инстаграме Егора. Следующий у нас педагог Стефан Диас. Работал более 15 лет со спортсменами высшего класса. Закончил магистратуру и аспирантуру в России. Работал с Виктором Николаевичем Силуяновым, тренер и преподаватель в Кайзер Юниверсити. Тоже можете зайти к нему на страничку в Инстаграм и познакомиться с ним. Теперь хочу вам рассказать, как проходило наше обучение. Все студенты были добавлены в чат в WhatsApp. Там мы получали информацию, лекции Стефан нам отправлял и видеоуроки. Если у нас возникали вопросы, мы задавали все вопросы в этот чат. Также еще были прямые эфиры в Инстаграм, где педагоги отвечали на все наши вопросы. Так, теперь покажу вам, как выглядят лекции. Так. Лекции в электронном виде у нас есть. Мы их читаем, ознакомимся с ними. Если удобно, можно распечатать, сделать пометочки, отметочки, записи. Которые необходимы нам. Далее у нас идут видеолекции, где Стефан рассказывает информацию по слайдам, по урокам.
Тут теория представлена, Стефан рассказывает теорию. Также были практические занятия, уроки по практике, по технике выполнения упражнений. Секунду. Привет, друзья! Сегодня второй урок по упражнениям. И сегодня мы со Стефаном будем показывать вам, как работать на мышцы спины. А мышцы спины – это очень большой комплекс. Это не только широчайшие мышцы, да? Это и прямые мышцы. Вот, таким образом выглядит обучение. В чат скидываются лекции, видеоуроки. Все мы получаем, изучаем. И по завершению прохождения курса мы с вами составляем итоговую работу. Готовим план для ученика тренировочный на полгода или год, в зависимости от цели. Его проверяют педагоги. И в результате удачной сдачи мы с вами получаем сертификат. Педагоги высокого уровня, с большим опытом. Информация в курсе важная, систематизированная по построению тренировочной программы, по выполнению техники и основным базовым знаниям. Всем рекомендую, друзья. Всем удачи. Как всегда, увидимся в тренажерном зале. Друзья, хорошие новости. Вы постоянно спрашивали меня, где и как можно приобрести одежду с логотипами Heavy Metal Gym. Теперь у вас есть такая возможность. На сайте майки.ру вы сможете найти то, что искали. И теперь можно ходить, тренироваться в майках, футболках, худи с логотипом любимого канала. Заходите по ссылке в описании и заказывайте свой любимый бренд.